Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Garmin Instinct 2S. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить режим энергосбережения. Итак, для этого мы зажимаем кнопочку Light. И теперь здесь мы листаем вниз. Находим режим энергосбережения и нажимаем на кнопочку вот эту вот. Нам тут что-то пишет, функция энергосбережения отключает подключение телефона, пульсометр на запястье, другие датчики. Нажимаем. Ой, окей, все, мы включили. Таким образом режим энергосбережения. Нажимаем еще раз, выключаем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.